Итак, Sony официально опубликовали пост о презентации, которая продлится в четверг 4 июня в 23:00 по московскому времени, в которой могут показать PlayStation 5. Ранее они показывали контроллер, который в технологическом плане ушел далеко вперед. По дизайну уже можно догадываться, какой будет консоль. Лично я думаю, что PlayStation будет таким. Ожидается, что DualShock, а то есть DualSense, будет иметь 3D-виброотклик. Схожий эффект можно было увидеть в GTA 5, когда едешь по шоссе и съезжая на обочину. То есть спектр ощущения реализма будет сильнее. Возможно, эта технология будет применяться не только в играх. Еще упоминалось, что покажут эксклюзивные игры, 38 штук. Но одно но. Презентация будет длиться час. И максимум упомянут Last of Us 2, среди которых Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 6, Dirt 5, Watch Dogs Legion и другие. К слову о PS5. После того, как она поступит на продажу, наконец-то предыдущие поколения консолей подешевеют. А то меня лично бесит, что на Авито PlayStation 4 сейчас на момент монтирования видео стоит 20к. И пока я еще монтировал ролик, презентацию отложили на неопределенный срок. И причиной стала не эпидемия, а анархия из-за события в Миннесоте. The Last of Us 2. Да, вот она выстрелит громко, но не как Курт Кобейн, вы не подумайте. И я ей уделю еще пару минут. За последнее время с игрой возникли проблемы. Один из разработчиков Sony после увольнения слил в сеть спойлеры к игре. Но могу сказать, что они не раскрывают ключевые сюжетные сцены игры. Еще в одном из последних трейлеров Эйли убивает бурятку, у которой в руке PS Vita. В игре, учитывая, что прошло довольно много лет, появились новые виды зараженных, показали только одного, и не исключено, что будет еще. На этом я закончу. От вас не откажусь от лайка и подписки. Следующее видео будет по одной очень известной игре. Пока. Thank you.